Сегодня вот 18 августа. Мы находимся на лагерном пруду. Вот Никита тут городит. Маленькую дамбочку дополнительно возводил. Вот Виталий тут вырезал камыш. Рос это сток. Там доска. Она так просто стоит. Она будет не одна, а три доски. Поднимая уровень воды, можно уже добиться желаемого. Вот эти вот сверху распорки, они были из брусков и поломал. Вон одна осталась еще. И поломала снегом. Ну, а теперь поставили вот такие березовые. Опилили вот между собой. Все это распорил. А здесь рабится сетка, что когда овец пасут, чтобы овцы не залезли. Чтобы коровы, которые взойдут, там видно. Сделано как. Дамбочкой перекрыли. Это отдельно он сделал. Бульдозерист. И здесь вот работал Виталий. Правда, заузил сильно, очень сильно. Но это ничего, я говорю. Если пойдет, то должно пробить. И подмывало, чтобы отвел в сторону. Ну, маленький очень. Здесь орыщок. Вода течет. А где она? Покуда пробивается? Вот сейчас вопрос стоит. Где? Под низом, под досками, это плохо. Она будет вымывать. Это с той стороны надо будет забивать. Вот он где, откуда выбивал. А это вот его трасса была. Вот этот прорыв самый. Здесь тоже была дамба. Въезд ему, вот он заезжал. Бульдозер. А это... Теперь надо будет чуть-чуть ее расширить хотя бы на метр. Ну, не знаю, будет ли сделано. В общем, видно. Пока привязать только. Дальше не будет. Наши братья находятся на огороде. Сейчас мы туда пойдем, посмотрим. Работает. Красиво в деревне. Хоть что, начни делать, и все твое. Вот лох, это после моего потопа. По-другому никак. Вот они, лога. И тут такая ширина, вода хлестала. А начало этого лога, вон там, дальше, там совсем махонький. Начинается и сразу расширяется тут метров до 70 так примерно. Даже вообще такая ширина огромная. Берега видно. Ну а куда остальное делать земля? Куда? В Караганду. Деревья несло, засыпало. Тут толковать даже нечего. А как каменный уголь образовался? А деревья? Ну а как дерево упало, сгниет? Почему сейчас не образуется? Понятно, что должна быть огромная масса. То есть это вымокшие деревья, корни легко уже отпадали, размокшие земли. И потом это все потоком хлестало, потоп закончился в преисподней, там места эти... Ну, отверстие земли ушло, и земля туда вот это намыто их сразу завалила. Поэтому есть такие слои, там десятки метров толщины уголь. Ну, нигде не бывает, дерево упало, сгнило, пока второе рядом упадет. А второе рядом не упадет. А это целое. Понятно, что одновременно должны были... А как одновременно оказались бы деревья в одном месте и упали таким слоем окаменевшие? Ну как, потоп, вода. И отрицать потоп... Не знаю, тут оледенение было, что угодно, космические какие-то прорывы. О, да вижу, далеко скотину гонят. Не знаю, видно или нет будет. Далеко-далеко. Поворачиваю, а сам не вижу, где. Все. Ну все, тогда пошли.